Здравствуйте, это программа о душевном здоровье, мы продолжаем наши врачебные консультации, и я зачитываю очередное письмо нашего зрителя. Здравствуйте, я живу в Тверской области, мне 37 лет, образование среднее специальное, воспитатель детского сада, замужем, христианка. Исповедь была неделю назад. Не могу удерживать себя от выпивки. В юные годы начала употреблять спиртные напитки для веселья, так как сама по себе была скромная и стеснительная, под воздействием спиртного чувствовала себя уверенней. За помощью никому не обращалась. Десять лет хожу в храм и борюсь с этим грехом. Результат, который я хотела бы получить, это жизнь без спиртного. Вот такая вот распространенная очень история. Здесь меня радует намерение этой молодой женщины. Результат, который она хочет получить, это жизнь без спиртного. Это говорит о том, что она уже успела настолько настрадаться от своего пристрастия алкогольного, что готова навсегда расстаться с алкоголем и больше никогда к нему не прикасаться. Дело в том, что такое встречается не всегда. Очень часто те люди, кто обращается ко мне за помощью по поводу алкогольной зависимости, они имеют другое намерение. Они имеют намерение научиться пить нормально, пить в меру, пить по праздникам, в дни рождения, в Новый год, или, как еще они иногда выражаются, научиться дружить с алкоголем. То есть, чтобы алкоголь присутствовал в их жизни, но чтобы он перестал быть врагом, чтобы он их не убивал. Но это невозможно. Если сформировалась алкогольная зависимость, особенно если это вторая стадия алкогольной зависимости, это, если это запойное пьянство или, может быть, постоянная форма, когда человек не может и дня прожить без алкоголя и вынужден алкоголизироваться постоянно то тогда если ставить перед собой задачу сохранить здоровье и жизнь, то тогда, конечно, нужно настраиваться на пожизненную трезвость, на абсолютный отказ от алкоголя до конца жизни. Ни капли алкоголя, ни в каком виде, до смерти. Самому человеку это намерение, конечно, не осуществить, потому что зависимость, она... И есть зависимость, то есть человек в отношении алкоголя абсолютно не свободен, и он ничего не может себе позволить того, что хочет, когда устал от выпивки. Нет-нет. Он хочет или не хочет, если он будет рассчитывать только на себя, на свои силы, то тогда, конечно, эту проблему не решить. Если он будет пытаться воздерживаться самостоятельно от алкоголя, у него может получиться это на некоторое время. Но, как показывает опыт, не только опыт наркологии, но и опыт церкви, чем дольше был период воздержания вот такого безблагодатного, тем потом тяжелее срыв в болезнь. Это некий закон природы этого заболевания. И здесь еще, видите, какая а, особенность. В юные годы эта женщина начала употреблять спиртные напитки для веселья. Так как сама по себе была скромная и стеснительная, а под воздействием спиртного чувствовала себя увереннее. Вот, тоже одна из очень распространенных причин начала алкоголизации. Да, действительно, алкоголь раскрепощает. Некоторые даже считают алкоголь самым эффективным антидепрессантом или самым эффективным транквилизатором, то есть успокаивающим средством. Средством, которое поднимает настроение, меняет взгляд человека на себя самого, на окружающее. Человек становится более раскованным. У него исчезают какие-то сдерживающие мотивы в поведении, и, как ему кажется, он становится более естественным, более таким свободным. Вот эта вот иллюзия, она очень многих людей сделала рабами выпивки, и очень многих погубила, погубила совсем. И алкоголь привел этих людей на кладбище раньше, чем то было отмерено Богом. А сейчас вот эта вот идея о поднятии самооценки, чтобы чувствовать себя уверенней, она очень интенсивно навязывается нам светской психологии. Там понятие заниженной самооценки, пожалуй, является краеугольным камнем, на котором строится вся система психотерапии и психологии вот в этом западном варианте, который мы сейчас оттуда получили в виде светской психологии как науки. Человек во что бы то ни стало, должен повысить себе самооценку. И здесь все средства хороши. И иногда рекомендуется даже и выпить. Или принять какой-нибудь препарат, например, тот же антидепрессант, или какой-нибудь успокаивающий препарат. Или заниматься какими-то тренингами, которые позволят человеку избавиться от комплексов и почувствовать себя свободнее, раскованнее, и научиться ладить с людьми, выстраивать с ними взаимоотношения и устраивать свою жизнь. Да, действительно, за скованностью и стеснительностью, и за скромностью, так называемой, очень часто стоит страсть тщеславия. То есть, когда человек хочет производить благоприятное впечатление, он хочет понравиться, он хочет, чтобы о нем говорили хорошо, и он не уверен в том, что у него это получится, и тогда в нем срабатывает какой-то защитный механизм, который сковывает его поведение, чувства, его речь, и это мешает человеку жить. Внешне он выглядит как такая застенчивая девушка, стеснительная малоразговорчивая, кроткая такая. Некоторым даже это нравится. Но на самом деле за этим, за всем может стоять просто страсть тщеславия. Одна из наших духовных болезней, с которыми мы рождаемся. И которые мы можем преодолевать только с Божьей помощью в церкви. То есть обрести вот эту свободу, когда я не боюсь того, что я могу не понравиться кому-то, что меня неправильно поймут, меня не так, как я хочу, оценят. Я могу произвести какое-то не то впечатление, на которое я рассчитываю. Вот когда я могу позволить себе перестать этого бояться. Вот что нам дает православие. Представляете? Какая это драгоценность? По слову апостола Павла, А еще Сын человеческий освободит вас, воистину свободны будете. Вот эту свободу, свободу от страстей от своих, от тщеславия, от гордости, мы обретаем только в православии, благодатно. Эту способность нам сообщает сам Бог. Тогда нам не нужен никакой алкоголь, нам не нужны никакие таблетки. Мы можем и в трезвом состоянии получать удовлетворение от того, что мы живем на белом свете. И главное, что мы гораздо легче сходимся с людьми. Мы сами становимся проще. Ведь есть же такая мудрость. Стань проще, и люди к тебе потянутся. Вот борьба со страстями тщеславия и гордости, она позволяет человеку вот так упроститься, или по-другому опроститься, когда мы становимся интересными другим людям. Ведь в одной из популярных песен поется ⁇ Тянет к людям простым ⁇ Да, действительно, нам нравятся вот такие простые люди, непосредственные, чье поведение не обусловлено никакими рамками даже какого-нибудь этикета, искусственно созданного. Когда эти люди могут даже быть, может быть, немножечко нетактичными. Может быть, даже где-то использовать какие-то резкие, резкие словечки, нелицеприятными могут быть, но все равно именно такие люди нам нравятся. Мы видим, что то, что, то как они себя ведут и как они живут, это правда. Они живут сами из себя. Они ничего из себя не строят. Они не пытаются произвести на нас впечатление. И когда они с нами общаются, им интересны мы сами. Не то, как они выглядят в наших глазах, а мы сами им интересны. Так вот, вот этот феномен, это феномен православного человека, воспитанного церковью. И тогда, когда церковь не занимает в нашей жизни такого положения, такого места, то тогда мы оказываемся в рабстве у своих страстей. Мы не можем от них освободиться. Они будут над нами давлеть. И чтобы хотя бы на время создать какую-то иллюзию свободы от этих страстей, мы вынуждены прибегать к искусственным стимуляторам, подогревающим наше мнение о себе, снимающие какие-то барьеры меняющие наше сознание. И тогда мы оказываемся в еще большем плену. Тогда еще и чревоугодие в виде пьянства становится нашим диктатором и господствует над нами, и делает с нами все, что захочет. И тогда для нас самой главной задачей в жизни становится избавиться от алкогольной зависимости. Уж не до хорошего, уж не до того, чтобы обрести вот такую свободу во Христе, которую каждый человек может получить в церкви. А вот просто перестать погибать от водки, от пива, от наркотиков, от психотропных препаратов, на которые мы подсели сами или по научению врачей. А сейчас именно эта проблема перед нами стоит, как первоочередная, в очень многих людей. Мы, пользуясь искусственными химическими стимуляторами для жизни мы не только не поднимем свои самооценки мы не только не сделаем нашу самооценку адекватной поднимать или опускать это еще большой вопрос адекватный вот то что мы из себя сами представляем так мы себя и оцениваем мы правильно себя оцениваем нет нет алкоголь наркотики и все остальное они наше мнение о себе опустят до уровня плинтуса. Мы будем сами себе противны. Нас от самих себя будет тошнить. И это будет отнюдь не покаяние, которое может привести к нашему преображению, к изменению наших мыслей и образа жизни. Нет, нет. Это будет дорога в отчаяние, в безнадегу, в в конце концов, мы можем расхотеть жить и думать только о самоубийстве. Поэтому, конечно, если человек оказался в, в алкогольном плену, в зависимости, то свободу даровать Ему от алкоголя может только Христос. Мы можем избавиться от какой-то страсти только по благодати Божией. А все остальное это, как говорят наркологи, более или менее продолжительная ремиссия, то есть воздержание от алкоголя или наркотиков. А нам с вами нужна свобода. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Я напоминаю, дорогие друзья, что вышел в свет вот этот комплект дисков с моими лекциями под названием Школа православного самосознания, которые я прочитал в Екатеринбурге в 2012 году. Здесь 53 лекции на пяти дисках в формате MP3. Вы можете заказать этот комплект по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!